смотри. Ну, вот сейчас тетя Света попоете. Это она наша тетя Света, красавица. Приехали мы в гости. Канал «Жизнь на пенсии с нуля». А ты, ну смотри, какая маленькая дочь. Ее можно погладить? Иди погладь. Маленькую, только к большой дочь не подходи, я ее сама боюсь. Иди, подойди. Нет, она на цепочке сидит. Не бойся, иди. Я вижу, вижу. Напугалась Светка. Я хорошая, не это. Я тебя боюсь. Мама ее, вот она. Вот это ее мама. Ой, да он испугался тебя, она. Милочка, она боится, боится. Конечно, она видит, что не мамка к ней подходит, она боится. Да, тетя Свет, так вот, если вдоить, они не подойдут к чужим. Ну, они же привыкнуть должны, как же. Лапочка. Вот, вот, вот они. А ты кто? Это белка. Это Милка. А это белка. Что ты мне это самое? Это Марта. Марта, а это? А это белка. А это козел. А тут козел у меня стоит. А где у козла рога? Нет. Уже у нас без роги. Пошли. Чего, не погладила, дочь? Пошли, Свет, смотри. Тетя Света, она на меня не кинется? Пойдем, Светуля. Вот так вот за мной иди, чтобы казак... Собака бросаться. Да, я же бог ее знает. Нет, они не бросаются, они на руках боятся. Пойдем большого козла посмотрим. Мы близко к нему подходить не будем. Он... А эти подходят, некоторые дети берут вот так и камнями бросают. Ой. Они подходят и обнимают его и гладят. Реально? Конечно, прям подойдут и так зажгут и гладят его, гладят. У него маленькие рожки. Рожки, но ну, дочь, ну ты не подходи, потому что он большой совсем. Рожки, что-то вот тут, какой-то шатается. Козленыш. Козленыш. Козлов у нас еще на канале не было. Он самый такой у нас не отказывается от водички, ага. Да я же по видео-то вижу, он постоянно пьет. Они выделываются, он пьет. Они, да, они потом им по 10 раз надо придать. Что-то ему не хватает, видать, у него рога какие-то странные. Да у него нет рожек, да вот они что-то отпадают всегда. Да? Угу. Чего? Ну я тебя боюсь, честно, врать не буду. Толкается? А кусаться они не кусаются? А коза кусается? Да я тебя поглажу. Да ты маленькая, иди сюда. Я тебя не съем. Иди сюда. Ребенок, ты посмотри ни в какую. Все, пошла, не буду пугать. Не буду. Гусики наши все остались, есть 4 штучки. Гуси тоже классные. Вот я хочу тоже так, тетя Света, честное слово. Так я ж потихонечку. Гусики, гусики, гусики. Гусики, гусики. Тоже классные. Им тут тенечек, да? Ну, здесь им хорошо. Так глянь, уже как всю выщипали траву. Ну, вообще. Ну, удлинили им. И вот косить не надо. Было по вот эти только деревья. Они вытопчут, все посидят. Ну. Понравились козочки? Скажи, только она боится, не дает. Ну, да, очень, очень, очень жаль. Мы бы ее погладили, угу. Маленькую. Да сейчас погладим. Сейчас я подойду. Вот она к мамке-то идет. Потихонечку, Света. Не так, как мама. Не бойся, она ребенок, дочь. Не бойся, она не бойся. Она тебя боится просто. Она тебя боится. Она не будет. Да она ее боится, она боится ее. Да. На козу первый раз в жизни видит. Все, пошли тебе цвет. Чтобы она цепь, я тебя не зацепила. Она первый раз в жизни так близко козу видит, ребенок. К большим-то я бы не осмелилась пойти. Нет. Пошли, не бойся, они не кусаются, они сейчас тебя будут бояться. Давай тогда. Давай, тогда тебя. За чуть свет упрячься. Они боятся сами. Ой, да вы мои...
Светочка. А вот это вот серое, это кто? Лисочка, наверное. Они не кусаются? Нет. Як шипит на меня. Это самый такой вредный, да? Они утята выезжают. Это они какие классные. Вот хозяйство у Светланы. Огонь. Не то что... Эти опасные штуки, они могут поклевать. Да не клюют сам. Не смотри на меня, я тебя боюсь. Он щипает и утят сам. Да? Он у нас, видишь, один этот. Я думала, петушок вроде как курочка. Какой, какой? Ну вот за утенка, видишь, стоит цыпленок. Ага, вот ага. Это один у нас вылупился цыпленок. Это курица. Все. Вроде как курица. Это курица. Ну а сразу как петушок думала, а теперь будет курочка. О, мясо сколько, да? Да. Как вот так вот обойти? Можно посмотреть там? Смотри, детки какие, да? Кыть-кыть-кыть-кыть-кыть. Да ты туда зайдешь, она тебя клюнет. Не, она просто возьмет. Она будет сама бояться и уйдет. Да? И уйдет у тебя. Вот они, детки. Они все к ней прижались. О, там высиживает, мам. Там гнездо. Пускай высиживает птичек, пускай. Потом у нас птички будут. Нравится? Не, вон там. Там гнездо? Нет, там просто петушки спрятались с курочками. Да, все, пойдем, не будем их беспокоить. Пойдем. Все, поехали мы домой от тети Светы. Подписывайтесь на канал «Жизнь на пенсии с нуля». Затарились хорошенечко домашним молочком, яичками. Ну, дома все покажу. Дома все всем покажу. Привет. Всем пока! Всем пока! И до новых встреч! Да? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш на мамин канал. И а пишите на мой, много. И на мой. И на тетя Светин канал. И да. Пишите много-много комментариев. Всем пока! Ехали мы от нашей тети Светы. Вот такую красоту привезли с огорода. Домашнее все свое. Картошечка молодая. Чесночок. На весь дом чесноком пахнет. Чеснок просто обалденный. Не сравнится вот то, что я покупаю. Вот этот вот прям запах. Я прям балдею от него. Молочко домашнее козье. Яички домашние. Лук, укроп. Там зелени полный. Ой. Сейчас я всю эту картошечку сварю. И с зеленью на сковородочке все это обжарю. Это будет очень вкусно. Ссылочку на Светланин канал я оставлю в описании под видео. Кому интересно, заходите, посмотрите, подписывайтесь. Вот. Ну и не забывайте писать комментарии, ставьте лайки. Вот. Вот такой у нас сегодня день был. Съездили в гости, очень нам понравилось. Светлану мы давно знаем уже, мы с ней очень давно общаемся. Она ко мне тоже уже в гости приезжала. Вот. Очень давно дружим. У нас теплые отношения. Она мне как старший друг, как мамка, можно даже сказать. И вот такие у нас дела. Ну что, а завтра погода у нас восстановилась. Завтра мы едем на море. Так что оставайтесь с нами. Всем пока-пока.